горячие источники. Вход опять до безобразия бесплатен. Источники и правда горячие. Но только не все функционируют в полной мере. Скрипят сланцы, извините. Так, ножки мокрые. Вот подходим к основному горячему источнику. Время обеденной молитвы. Что можно услышать? Слева виднеется ряд джакузи в количестве уже 12 штук. Вот горячий источник, кстати. Еще один. И вот горячий источник. Вода действительно горячая. Такой хороший кипяточек. Мало того, что у них есть море, они еще и на горячей воде экономят. Вот тоже горячий источник, но очень квеленький и вяленький. Ну и на этом, собственно говоря, экскурсия все, потому что это все горячие источники. Далее следует покушать и попокупать сувенирчиков, маечки всевозможные. Благо ценник здесь просто волшебный, реально дешевле, чем в России. Товарищи мусульманки сидят. Вот он рыночек с мега ценами. 50 рублей, 60 рублей. Hello. Bye-bye. И наш джипик.